В Ноябрьске все чаще стали принимать детей-сирот в семьи. По словам начальника городского департамента образования Надежды Гудковой, в 2012 году таких ребят было 18. Это в два раза больше, чем годом ранее. Она также отметила, что детям, которые находятся на попечении в приемной семье, ежемесячно выплачиваются деньги. Причем с января текущего года максимальный размер выплаты увеличен до 12,5 тысяч рублей. Вместе с тем, в вопросах опеки и попечительства есть моменты, которые настораживают представителей департамента образования. Имеющиеся льготы и выплаты для замещающих родителей порождают меркантильные интересы. Например, лица, лишенные родительских прав, не желают обращаться в суд с заявлением о восстановлении в родительских правах. Они прекрасно осознают, и это объясняют, к сожалению, детям, что их чадо по достижении 18 лет будет обеспечено государством жилым помещением, а опекуны не желают расставаться с ежемесячным денежным пособием